И... Милая, уже хватит. Я знаю. Ты должна всем сказать правду. Будь честна, и пусть все будет, как должно быть. Ты права. Знаю. Когда я увижу Себастьяна, я подойду к нему прямо... Иди. И скажу ему обо всем. Скажи ему все. А потом я поцелую его так страстно, что даже враги его позавидуют. Привет, Виола. Ну, мы попали. И тебе привет, похитительница парней. А ты кто? Я девушка Себастьяна. Экс-девушка Себастьяна. Вы заткнетесь или нет? Надоело. Так это он тебя бросил в пиццерии. Нет, он не бросил меня. У нас просто сложный период в отношениях. А я слышала, бросил. Бросил совсем. Это был полный и окончательный разрыв. Настоящие леди так себя не ведут. Они демонстрируют свое отношение только взглядом. Виола Гастингс, почему ты всегда оказываешься в самом центре неприятностей? Не ваше дело.